Здравствуйте, меня зовут Хитрук Елена, я являюсь заводчиком-перепеловодом. Делая корма, самодельный корма, для возраста перепелов от 3 недель и до забоя. Сегодняшний замес будет состав корма, сочная подкормка, каротиноидная сочная подкормка, можно добавлять каротиноидные дрожжи. А лучше, если в корме есть морковка. Также от излишков мы добавляем в корм чеснок. Приобретая мясо с нашего хозяйства, вам уже не придется его мариновать в сухом чесноке или делая чесночное масло. А также на протяжении нескольких лет мы не добавляем в корм нашей птицы соевую макуху. А перебиваем, тут же есть перебита горохлинка, ботва гороха и люцерна.